Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Лев. На этот раз из Абхазии, с берега Черного моря. И в этом видео я коротенько хотел бы пробежаться по теме инвестиций. Коль уж я веду свой инвестиционный блог, ссылку на который я, кстати, в описании к этому видео оставлю. Не делайте инвестиции на заемное средство. Это первое правило. То есть вкладываем только свое. То есть рискуем только своим капиталом. Второе правило – это не вкладывайте более той суммы, которую готовы потерять. То есть должна быть инвестиция соразмерна вашим доходам. То есть это не, если потеря случится, а инвестиции это подразумевает, такое бывает, вы можете и заработать, и потерять средства. Ну, не должно это быть для вашего семейного бюджета катастрофично. Третье правило, это оно касается диверсификации рисков. То есть есть русская народная поговорка, мудрость: не клади все яйца в одну корзину. Я думаю, объяснять не надо. То есть не кладите все, не помещайте свой капитал весь, да, в какой-то один инвестиционный инструмент или фонд, или какой вы там инструмент инвестиционный выбрали. Постарайтесь разбить на более мелкие части и таким образом инвестировать в разные места. Четвертое правило – быть осведомленным. То есть следите за новостями, касающимися или которые косвенно могут касаться вашего инвестиционного направления или инструмента. И в случае какой-то непонятной ситуации лучше выйти из игры, потому что, ну вот как показала практика, зачастую вот те же фонды инвестиционные, они очень часто, когда схлапываются, списывают это на какие-то негативные, чрезвычайные события, происходящие в мире в данный момент. Поэтому если что-то такое происходит, лучше сделать ноги, пока это возможно, вывести свои средства и, ну, скажем так, зафиксировать профит или, ну, или даже убыток, или при своем хотя бы остаться, чтобы не потерять все. Ну и пятое правило, оно, в общем-то, не только инвестиций касается, оно касается вообще сферы финансов, вообще, в принципе, всех сфер жизни. Развивайтесь, постоянно изучайте, совершенствуйте свои навыки, знания в той области, в которой работаете, ну, в частности, в области инвестиций. Общайтесь с интересными людьми, продвинутыми в этой теме, у которых можно чему-то поучиться. А учиться, как я в прошлых видео говорил, нужно у тех, кто чего-то достиг, добился сам, ну и, соответственно, может поделиться своим опытом. Все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео в соцсетях, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!